Я слушаю. Кто в доме тот хозяин? Будто бы ты не знаешь. Знаю, но уточнить хочу детали. Что еще за детали? Смелыми больно стали. Но, мать! А ну молчать! Нет, я молчать не буду. Ладно, помой посуду, можешь при этом даже и поговорить. Только поднос не громко, ну а потом уборка. Но, мать! Не возражать. Главный всегда ж мужчина. Старый ты дурачина. Правило есть такое, с мезозоем. Нам приносить обычу, вам же хранить обычно очаг, чтоб не зачаг. Это, мой милый, сказки даже ежу, ведь ясно, ты хоть не ешь, но поумнеешь и поймешь. Женщины рулят нынче, ну а что до добычи, это, увы, не вы. Я не курящий, пьющий, деньги в семью несущий. Категорически я умоляю признать, что я тут главный. Ну, признаю, ну ладно. Ну, мать. Пошел стирать. Если ты главным признан, цели достиг-то в жизни можно. Теперь мыть и гладить, и стирать. Вот, молодец, и славно всем показал, кто главный. Как, мать, не показать. Ах, мужики, как дети, дети растут, а эти уже остановились. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, больше позабил. Чего мы стоим? И раз, дэнс, оба, дэнс. Мы семьи счастливы по-своему, ну а наша? А наша, по-моему.